Всем доброго времени суток, представляю перед вами автомобиль Fiat Ducato 2010 года. Автомобиль оснащен двигателем 2,3 литра на механической коробке передач. Чистые ухоженные сиденья, дверные карты, торпеда в хорошем состоянии. Сзади у нас расположены еще два ряда сидений, сиденья в отличном состоянии. Также в автомобиле имеется люк. Автомобиль оборудован отопителем салона, двумя прикуривателями, магнитолой. И в данный момент автомобиль заведен, никаких ошибок нет, двигатель работает ровно, пробег 339 тысяч. Если вас заинтересовал данный автомобиль, номер телефона, адрес вы можете найти в объявлении. Автомобиль можно приобрести по системе 3DIN в кредит, а также за наличный расчет. Всем спасибо, до свидания.